чего, сандали получила, и чего? Мне в одних сандалиях ходить? Получила, что показать тебе? Ты не видел? Так я бы сейчас поехала в новых сандалиях в торговый центр, если бы вы мне скинули денежку. 5 надо, чтобы мне по торговому центру погулять, как минимум. Да ничего там не холодно. Скинет кто-нибудь или не скинет? Скинет. Send money. Send money. My card, my profile. Сколько в долларах? А я не знаю. Сколько? Ну, допустим, если 5000 рублей, сколько это долларов? Я не знаю. Я не знаю. Я не понимаю. $100. Это типа 100 умножить на 70. Да, $100, допустим. Давайте $100. А как будет $100? $100. Ну, пусть 7 кидает. Больше куплю. $100. $100. У них же... Это у нас дорого так. Рубль упал низко. А для них $100-то немного. My card. Money. $100. Что я дура? Он не написал, что я дура. Он написал you crazy, типа ты сумасшедшая. Ой, все. Все. Отстаньте. Вот вам хватит за деньги. У вас они есть, поэтому вам все. Что такое юги? Ой, да это, блин, просто прикалывается кто-то недавно. Офигеть, я уже на 2 часа в перископе сижу, клянчу деньги, как больная какая-то. Блин, во что я превратилась? Трэш какой-то. На море хочу. Давайте, кто пришлет мне 10 000 рублей, на того я подпишусь.
создам как-нибудь закрытую трансляцию для него. Ну, без пошлости. Для уникума, для экземпляра единственного и неповторимого. Только сегодня, только сейчас. Только сейчас. Что голова заболела. Столько сидеть в перископе. Люди-то налетели, я ж ничего не показываю. $100. Все, выключаю ноутбук, у меня уже башка от него болит. Нет, я не знаю стихи. Последний раз стихи учила в школе. Никто ничего не кидает. Вот, у меня осталось 600 рублей. Вот. 631 рубль 80 копеек. И спрашивается, как прожить? Картошку я не ем. В ней нет ничего полезного. Иди работай. Хорошо, как скажешь.